Ах, в пекарне пахнет сдобой, как цветами на лугу. Даже запах тут особый, надышаться не могу. Небывалый аппетит. Раскатали скалочкой, добавляем, насколько мы любим своих гостей, туда мясца, и насколько любим своих гостей сальца. Все завертываем. Если тесто у вас не липнется, возьмите кусочек, вот так проводите по краю, оно будет у вас защелкиваться четко. Вот видите, аккуратненько и красиво. Вот так защелкнули. Слизь по краям. Одну сторону завернули. Вот видите, она разошлась. Нам надо мясо взять сюда. И вот тут поводить. Вот. Сейчас посмотрим, как защелкнется она. Вот видите, легко, просто. Сейчас заранее проведем, чтобы влажность стала у нас тут. Чтобы защелкнулось все четко. Видите, аккуратненький матик вышел. Защелкнули все. Теперь можем мы его сформировать. Вот так вот. Тут можем второй рукой подровнять, как угодно сделать. Когда катаете, сильно тонко не делайте. Потом на манках при его варке, мотоварке будут действовать парциальное давление пара. И он будет сам в размерах увеличиваться. Поэтому может, если тонко сделать, может лопнуть. И вся целебная сила наших, вся сочность наших мантов потеряется. Ну, кто для себя готовит, тот добавляет столько мяса, сколько для себя хватит. Тот, кого любит. Тот, кого любит. Мы добавили вот. Таких мант просто вы в магазине встретите. Встретите лук, разнообразие овощей. Таких нет. Сразу, чтобы места слипались, выберем нормальный кусочек. Все места эти можно вот так по кругу промочить, чтобы легче у нас. Можно яичный желток использовать, если есть кисточка, хочете. Ну вот, чтобы лучше слипались. Мантик богатый получился, если себестоимость его рассчитать. Раз. Делай два. Делай три. Делай четыре. Делай пять. Хотел сказать приятного аппетита. Раскатали. Так, давайте побогаче сюда положим для гостей нашего ресторана сальца море. Так, и тут сразу нам надо провести, чтобы у нас все прилипало вот этой штучкой. Так, иди, не мажется, не влажная. Нам надо, чтобы влажная была, чтобы она все залипала хорошо. Вот так вот. Вот так вот. Это сок, да. Выдавливаем с аминокислоты. Так, все. Делай раз. Сразу залипло. Делай два. Делай три. Делай четыре. О, дядь какого, без головы какой-то. Пять. Ну, добро. Ну, практика всегда приводит к хорошему результату. Мы там с вами говорили для любимых, для... но это для вас. Для вас сделаем вот такой хороший, добротный мант, который нигде не купишь, королевский. Королевский мант сделаем. О, это для вас. Сделаем вот так. И сальца, сальца еще побольше, побольше для вас, для вас. Все это сформируем для вас. Так, и смазываем сразу кромочку. Мы же знаем, что кромочку надо смазывать, смазывать. Для вас, мои дорогие, через, ну, как бы, кто сейчас смотрит, потому что я стараюсь, жизнь заставляет стараться. Если не будешь стараться, ничего не будет получаться.
А чтобы стараться, мало стараться, надо еще и знания иметь. Учитывать разработки, физику, химию, все знать. Ну, желательно, конечно. Когда это все будет в их комплексе, тогда будет и счастье. Это для того, чтобы я уже говорил, это для вас. Захлопываем. Да, добротный будет. Дотянусь? Да, конечно, дотянусь. Чего не дотянусь? Для моих подписчиков старался, не дотянусь, ага. Вот такие манты, да. Королевские. Раз сделали, сейчас тут защипнем. Извините, второй рукой не могу. Так, давайте сейчас тогда вот так сделаем. Королевский наш. Так. Зажмем сразу. Эту сторону тоже. Тесто, видите, у нас получилось в самый раз. В самый раз. По толщине. Все, когда его раздует, оно будет полностью держать. То, что должно держаться там, будет полностью выдержано. Вот он такой получился. Сейчас мы его закруглим с этой стороны. Так, и закруглим еще с этой стороны. И, конечно, он у нас по центру. Надо мочить, короче, его. Яичный. Не жалеть, короче, яичный желток. Белок, желток. Ну, кому как что остается, конечно. И белок пойдет, и желток пойдет. Ну вот, получился наш красивый вот такой вот. Вот так выглядит. С дырочкой пока. Сейчас мы его сформируем. Вот когда формируем, когда видите, то можно тут еще больше вот так жали, чтобы тут оно не растрескивалось у вас. Вот это все дело, короче, можно две половинки вот эти склеить. Королевский, короче. Ну, вот так будет. Но это для вас, да. Для вас. Для вас начинка, мои дорогие телезрители. Так, ну, следующий кусочек. Тоже ничуть не хуже будет. Ну, давайте. Так, повкуснее кусочки там положим. И сальца еще сверху. Ну, добро. Вы пекали, какие-то причуды всегда получаются. Я пеку без передышки, кренделя, ватрушки пишут. На меня похоже, наверное. Ну да, с горбатым носом такой. Дядька. Грозный. Это тоже для вас. Ну кто еще столько мяса положит в мант, как только не вы. А в магазине вы подумайте. За место мяса лежит. А это тем более не фарш, ребята. Это круче. Тут все вообще. Смажем края. Сейчас будем защипывать. Видите, сколько? Вот, а все остальное, вот мясо, вот это все. Еще сюда добавим, сюда еще добавим. О, все остальное идет вот на этот кусочек. Вот. Да, магазином тут не пахнет. Ну, давайте посмотрим, защипнул я его. Так, посмотрим, попытаемся. Как вареник, оно уже проходит. Она как вареник защипнется однозначно. Вот. Сейчас ту сторону подровняю. Так, и эту сторону теперь осталось. Ну, тут можно не стараться, потому что маты иногда по-другому защелкиваются. Они защелкиваются, ну, видели, да? Просто как сверху идет. Вот надо просто вот это углубить, чтобы оно вот все углубилось. То, что вот, можно, видите, подпихивается все. Вот, видать, я целую пригоршню туда заложил. Ну, вот видите. И вот тот кусочек у нас, ну, тоже горсть. И на горсть тоже, думаю, получится. Вот такой жирный получается. Но зато сок нельзя, чтобы он лопнул. Если лопнул, то все, грех. Все аминокислоты вытекли. Сразу принесли вам, смотрите, в ресторанах. Вытекший мат раскрытый принесли. Отдайте обратно. Просто не то, что за это вы деньги им не платили. Сок, а значит аминокислоты, все, что вам нужно с мяса. Купите булку хлеба лучше еще. Я сам не ожидал, что я его закрою. Зашью. Жирный как поросенок. А по себестоимости, наверное, все 200 рублей. Вот мантос получился.
Ну, давайте раскатывать тот. Вот мы раскатали вот такой круг. Тут у нас водичка. Пальчики смачиваем и проводим. Кому нравится, тот кисточка работает. Кто не хочет, говорит, как чувствует свою работу, тот работает кисточкой. Вот так. Это чтобы у нас края хорошо смыкались. Смотрим, сколько тут у нас мяса. Почти килограмм. Так, еще мясо есть. Еще килограмм. Так, ну вот и все. Я говорил вам, все войдет. Все, закрываем наш последний мант. Показал, как я склеивать вам. Закрываем его. Так. А что тут закрывать? Тут все просто. Хоп. Вот так все склеилось. Вот. Чтобы оно не было голословным. Домик собираем. Вот так все. Вот. Можно вот так все, чтобы на четыре части все края проходим. Этот край прошли. Этот край. Еще бы туда, наверное, килограмм целый. Маленький такой кусочек. Вот. Тесто. Видели, сколько, да, ходит. Все, теперь берем. Вот такой у нас получился дядька. Ну, у кого сколько, кто вот так делает, просто все края поднимает и защипывает. Ну, я вот как бы с детства. Вот такая штука. Вот. Видите, как все хорошо с водой. С водой промазали. И все, он стал у нас, тесто стало липкое и грамотное вообще. Все. Вот получился у нас мант. Давайте посмотрим, какой он. Вот, видели, сколько там мяса было. И вот это все дело туда бы еще вошло. Ну вот такие у нас манты. Вот время 12:32. Это все у нас давно кипит. Дело вот это все. Дело разогретое. Так, и тут. И наливаем туда растительное маслице. Сейчас покажу, для чего. Так, примерно оценили, как у нас все выглядит. Так, и все. Берем самого большого, чтобы он потом у нас не залипал. Вот сюда поютузили и закрутили. Вот так будет выглядеть. Так, следующий опять большой. Опять масло погрузили, чтобы не прилипало. Так. Вот так вот. Они будут расширяться, поэтому нужно пространство. Так, еще раз самый большой. Они будут распухать потом. Их начнет дуть. Так, следующий. Так. Так. Ну так. Ну тут осторожно тоже. Но можно обжечься. Так. Горячий пар. Ну вот видите, практически все у нас влезло, четко с вами влезло. Так, и еще осталось маленько. Так, вот эти друзья. Так, оттенк. Так, эти вот так можно поставить, вот так. Так, этот даже вот сюда влезет еще. Ну пусть вверх растут, да, вверх пускай растут, вверх пускай растут. Вот так. Ах ты горячий. Осторожно. Надо-то. Так, так, так. Вверх пускай растут. Так, у больших мы расстояние оставили. Давайте пускай. Ну вот. Так, как тут у нас все выглядит в нашей мантоварке. И время. Так, и теперь еще вот этот корпус. Чтобы пар у нас был четкий. Все процедуры это мантоварка, соковарка. Вот видите, все у нас запечатано. И вы получите королевский мант.